Привет, ребята! Смотрите, что я принес. Что-то интересное в пакетике. Что-то плоское, но, по-моему, будет большое. И шелестящее. Открываем и собираем. Так, убираем липкую застежку на пакетике. Так, и вытаскиваем это наше плоское содержимое. О! Так, что это? Какие-то квадратики синего цвета. Так, а это у нас... Открываем, поднимаем и собираем. Это у нас трактор, что ли, синий? Так, по-моему, я понимаю, что это у нас такое. Это коробка для игрушек в виде синего трактора. Но коробочка наша какая-то бесформенная, хоть и в виде трактора. Как-то ее надо укрепить. А, вот же! Смотрите, эти квадратики и есть днище для трактора. Так, пускаем. Не лезет. А, понятно. Это большой квадратик. Большой. Большую ячейку. Вот так, а маленький в маленькую. Укрепляем дно. Раз и два. Готово. Так, закрываем наш кузов. И вот он, прекрасный, почти настоящий синий трактор. Ну, то есть коробка для игрушек. Так, и что же мы туда положим? Как вы думаете, а? Что это? Что это? Дождик из синих тракторов. Раз, два, три. Три синих трактора. О, попробуем их положить в нашу коробку. Распаковываем наших тракторят. Раз. О, какой красивый трактор. Глазки, как настоящий. И ротик. И даже труба. А самое главное, что он мягкий. Как живой. Еще один. И еще один. О! Главное теперь, чтобы они поместились в нашу коробку. Открываем. Так, в большую ячейку кладем. Раз, два, поместилось два трактора. А в маленькую, надеюсь, поместится. Еще один. Ровно для трех тракторов. Так, закрываем. О, по-моему, как раз поместились. Эта же коробка как раз вмещает три трактора. Мне эта коробка очень понравилась. А где мои тракторы? Они исчезли. Это какая-то волшебная коробка. Точно, исчезли. Что же теперь делать? Ну, наверное, остается только закрыть нашу коробку и потряси ее. А? Что это? Что это такое? А? Вытаскиваем. Один. Но очень большой. Такой же, как те. Трактор, только большой. И труба, и глаза, и рот. Все на месте. О, какая классная коробочка у меня появилась. И какой классный синий трактор. Можно теперь поиграть. Поиграю. Пока. Еще увидимся.